Всем привет! Вы на канале Ананасленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Американская певица Бритни Спирс в очередной раз поделилась откровенными снимками. В своем блоге в соцсетях 40-летняя знаменитость, беременная от своего жениха Сэма Асгари, разместила фото, на котором снялась обнаженной. Обнаженные части тела она прикрыла руками и смайликом в виде сердца. Публикация набрала более 400 тысяч лайков. Фанаты считают такие поступки проявлением неадекватности и просят в комментариях перестать публиковать провокационные фотографии. «Отберите у Бритни телефон. Меня пугает Спирс», – пишут они. Однако некоторые пользователи восхитились внешним видом певицы, назвали ее красивой и сообщили, что гордятся ее смелостью. На прошлой неделе беременная Бритни Спирс уже публиковала обнаженное фото. Она снялась со своей собакой на руках, прикрыв таким образом грудь, а сзади поместила смайлик. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вы смотрели канал Ананасленд. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ананасленд. Ананасовое настроение.